Азербайджанцы избили чеченца, чеченцы в отместку избили азербайджанцев. А виноват армянин. Вы что-нибудь поняли? Если нет, то вы психически здоровый человек. Ибо такое только зомбированным алиевским режимом отрокам дано понять. Теперь по существу. Об азербайджано-чеченских разборках в Москве я узнал несколько недель назад. И хоть мне присылали каждый раз новостные сводки, я особо внимания не заострял. Зачем? Да при чем тут мы, при чем тут антитопор? Сами разберутся, с кем не бывает. В конце концов, я не больной на голову человек и не Фуат Аббасов, чтобы влазить в чужие конфликты и говорить гадости об азербайджанцах, как делает это он и азербайджанские СМИ, когда были недавние события в Казахстане с армянами. Мы все, армяне и азербайджанцы, живем и работаем в третьих странах, и было бы глупо травить одних и других. Таких как Фуат Аббасов я вообще считаю место в Азербайджане. Если он ненавидит армян и объявляет им каждый раз войну, то пусть едет в Карабах, а не в России, пытается с экрана мониторов заниматься призывом к насилию. Причем призывы к тем, которые не имеют отношения к армяно-азербайджанским распрям. Почему я об этом вспомнил? Несколько недель назад группа азербайджанцев в Москве жестоко избила чеченца. Не буду вдаваться в подробности, что да как. Говорят, что убиты несколько азербайджанцев. В отместку были погромы в одном из азербайджанских ресторанов. Спустя несколько дней, чтобы хоть как-то загладить ситуацию, ряд азербайджанцев встретились за накрытым столом с чеченцами и стали призывать земляков остановиться. Азербайджанцы в свойственной им манере были братьями всем и всюду. А если вы помните, то пару месяцев назад они среднеазиатских казахов братьями называли, стали и чеченцев братьями называть на этот раз. Мол, мы братья, зачем нам ссоры? Ну, братья так братья. На первый взгляд, как еще называться, если сзади жим-жим? Лишь армяне знают, что если представители азербайджанской диаспоры назвали кого-то братом, то жди антиармянскую провокацию. Вот и я начал ждать. До последнего воздерживался от выпуска, так как чувствовал, что после того, как Аббасов и его соплеменники назвали чеченцев братьями, значит, будет какая-то антиармянская провокация. Я угадал. Буквально через 3 дня после того застолья Фуат Аббасов обратился с сенсацией. В конфликте между чеченцами и азербайджанцами виновата третья сторона. Тут и гадать не пришлось кто. Ну, конечно же, армяне. И показал фотографии, данные паспорта какого-то парня-армянина, который и в ус не дышал, что он зачинщик конфликта между чеченцами и азербайджанцами. Позже ребята из объединения армян России разыскали этого парня и записали его. Я обращаюсь ко всем своим землякам с просьбой разобраться в конфликте межнационального чеченского и азербайджанской стороны, что выкинули мою фотографию, сказали, что я азербайджанец, я армянин. И также хочу сказать, что к этому всему я отношения никакого не имею. Обе стороны для меня клиенты, приехали в мой автосервис, никого ни на кого наводку я не давал. Фотографию непонятно как мою выкинули, сказали, что это я все устроил, я ничего не устраивал. И никакого там, как его били, как его забрали, или что с ним случилось, я отношения не имею, ни при всем этом я не присутствовал. Я хочу также сказать, что в
Выкинули мою фотографию, подписали, что я азербайджанец, я сам армянин и никогда не выдавал себя за азербайджанца. А знаете, какой плюс из всего этого можно извлечь? Плюс в том, что кто не знал о подлости Фуада подобных, теперь стали знать. Подставляя парня, Фуад еще раз доказал трусость своего племени и подхалимство, которое известно с советских времен. Важно, что сами чеченцы только высмеивают эту ситуацию. А один даже отписал, что не следует нас втягивать в ваш армяно-азербайджанский конфликт. Мол, было уже такое с Закаевым и Басаевым, когда вы кричали «джихад», и наши ребята пришли вам на помощь. Достаточно, мол, теперь разбирайтесь сами. Лучше и не скажешь. 21 век. Песни о братстве и подхалимстве уже не работают. Работают только человеческие, мужские качества. Что касается Фуада Басова, который так и не может разобраться, турок он или азербайджанец, в настоящее время готовятся все необходимые документы для возбуждения против него уголовного дела по разжиганию межнациональной розни. Лично мне хотелось бы, чтобы этого человека просто выслали из страны и сопроводили без права въезда в Россию в его богатый базар-бустан со столицей в Баку. Оттуда он может чувствовать себя как рыба в воде и городить все, что вздумается. Но не в России, где истори проживают сотни народов. Да и братьев его там куда больше, чем в России. Кстати, о братьях. Если чеченцы, казахи, узбеки, молдаване и все прочие, кого базар-бостанцы называют братьями, думают, что они действительно так считают, то глубоко ошибаются. Они даже шайтана братом назовут, полагаясь на его помощь в борьбе против армян или чтобы их трусливую натуру не трогали. Кого угодно. Пару недель назад я был в Мексике. И знаете, они даже ацтеков назвали братским народом. Я не шучу. И не каких-нибудь, а крещенных ацтеков. И тоже со смыслом, тоже чтобы обернуть их против армян. О чем я и готовлю репортаж, который скоро выйдет. Скажу лишь в двух словах. Чтобы поставить монумент жертвам Ходжалы в Мехико, посольство Азербайджана в Мексике подарило католической церкви колокола и уложило пол церковной территории плиткой. На этой же территории и поставили монумент, где азербайджанская женщина-мусульманка тянется к куполу церкви с крестом. А рядом на табличке надпись, где азербайджанское посольство называет мексиканцев братским народом. Вот что делает трусливая натура. Когда в Карабахе война, они орут о джихаде и зовут на помощь мусульман, пытаясь обернуть внутренний конфликт на религиозный. А когда от этой войны появляются жертвы, готовые перекреститься. Прямо аствацу Акбар какой-то, ей-богу. Но самое смешное, что их братья-ацтеки не только выдали их, поместив табличку, что плитка была положена и колокола куплены с помощью Азербайджана, но и запретили им писать на табличке Аходжалы что-либо против Армении или армян. Поэтому на табличке нет ни одного слова об армянах. И получилось, что монумент символизирует всем жертвам геноцида. Вот так азербайджанский дипкорпус облажался в Мексике за свои же деньги. Кинул Мамеда брат Монтесума.